теплые носки, пацаны, надо носить, иначе стужа и вьюга. Ой, что у нас такое все. Так, ребят, сегодня будет такой немного крупноватый план, к сожалению, другого объектива сейчас нет. Так, здорово, пацаны, сегодня, короче, хочу рассказать вам про баланс белого и инструменты правки баланса белого в Final Cut. У меня уже такие видео были на канале, но сегодня хочу их как бы сгруппировать все в одном видосе и рассказать, потому что я все чаще замечаю, что я пользуюсь автоматической цветокоррекцией, автоматическим балансом белого в Final Cut и все чаще доверяю автоматическому балансу белого в своей камере. Вот в этой камере, на которую я снимаю. Я все чаще доверял балансу белого в этой камере, и на самом деле это неплохо, потому что в некоторых условиях лучше довериться автоматическому балансу белого, чем забыть выключить настроенный баланс белого, и когда ты снимаешь репортаж или какую-то быструю съемку в помещении или выходя из помещения на улицу или наоборот внутри помещения, переходя с какой-то комнаты в комнату, баланс белого может меняться, и ты можешь забыть переключить баланс и от этого сделать только хуже. Поэтому я доверяю автоматическому балансу белого, но опять же не во всех условиях, потому что иногда может получиться так, что баланс белого будет меняться в зависимости от среды во время записи. Вот это вот как бы плохо. Это гораздо хуже, чем если у тебя баланс белого будет непосредственно один в одном шоте, один и тот же, чем у тебя будет меняться во время как бы записи одного кадра. Это интервью или какой-то один кадр, неважно какой. У меня есть, да, карта серого, которую я примерно отбиваю каждый раз баланс в специальном чехле, который я с собой таскаю, и иногда прикольно, да, по ней отбить баланс. Здесь вот белая сторона и матовая сторона с другой стороны с прицельчиком. Все знают такую карту, она продается на AliExpress, стоит недорого, компактная. Есть еще такие маленькие карточки, как пластиковые карты, они даже поудобнее, поприкольнее в том плане, что их можно таскать с собой там в кармане, в любом другом месте вместе с визитками. Это, конечно, несколько побольше, но и как бы по ней удобнее отбивать баланс. А на самом деле ее даже можно использовать, если ты будешь править баланс на посте, то есть показать ее вот так в кадр и дальше уже править баланс на посте, сейчас покажу как. Итак, перейдем к цветокоррекции. На самом деле для меня это очень сложная тема, потому что я в цвете не шарю, как в остальных видео я это уже рассказывал. Здесь у меня вот есть несколько шотов, снятых в разных условиях и при разной абсолютно температуре цвета. Вот этот кадр снят в иллюминатор через самолет. Сложность в том, что иллюминатор сам немного отдает синевой. Камера определила баланс таким образом, и мы видим, что этот баланс немного синит, зеленит. Сейчас мы будем это править. Дальше у меня есть шоты с аревы каратистов. Это у нас есть спортивный комплекс, один из спортивных комплексов в нашем городе, у которого очень дрянное освещение. Когда меня приглашают это снимать, я каждый раз переживаю, потому что это просто жесть. Там вот этот ядовитый желтый цвет, он, конечно же, все портит, потому что других ламп там нет, желтый цвет. Но меня спасает то, что все картисты в белом кимоно, и по ним всегда можно отбить баланс даже на посте. Дальше съемка в ресторане. Здесь как бы хорошо то, что я отбил как раз-таки по серой карте, но его, тем не менее, нужно немного поправить, как минимум контраст, тени и немного поправить баланс. Итак, погнали. Самый первый и быстрый способ, конечно же, это автоматический баланс белого. Я даже стал использовать горячую клавишу, настолько часто я это использую. Option Command B, это горячая клавиша. И добавляется у нас Balance Color, который определяет его, можно определить автоматически, либо использовать пипетку. Если не хочешь запоминать горячую клавишу, находится это вот здесь. Здесь можно матчить цвет с соседними кадрами, можно делать баланс цвета. Рассмотрим тот же самый прием в спортивном комплексе, где есть большая часть какого-то белого. Выбираем наш клип, нажимаем Option Command B. И видим, как весь желтый цвет моментально уходит, потому что Final Cut есть на что ориентироваться. Это большая белая область, которую он может взять за основу. Здесь и белый лист он держит в руке, здесь и стена, по идее, с идеальным белым цветом. И он определяет баланс именно по этому белому цвету. А если мы не хотим доверять автоматической цветокоррекции, мы можем выбрать петку, короче, и определить баланс по каком-то из белых участков, которые мы считаем нужным. Вот видишь, по белому листу бумаги даже получается симпатичнее, чем по белому кимоно. Вот, и здесь можно сделать, он, видишь, немного в красный уводит, в такой-сякой. Но если ты не хочешь делать так, то просто удаляешь. И следующий способ. Для этого нам понадобится, во-первых, открыть все waveform, находятся они вот здесь, в видеоскоп, это Command 7. Нажимаем, и у меня здесь уже настроено, для меня удобно, чтобы был RGB-парад, waveform, который нам понадобится, RGB-оверлей, ну а
чаще всего я в него не смотрю, поэтому можно даже сделать вот таким образом. У меня очень маленький экран, поэтому я каждый раз мучаюсь. На следующий год я запланировал себе купить монитор, потому что я просто уже офигел. Я монтирую на вот этом маленьком экранчике. Столько проектов здесь сделал. Короче, в следующем году куплю себе монитор. Дальше, когда мы уже открыли все вот эти нашу помощь для определения цвета, инструменты, нажимаем сюда в Transform и нажимаем вот эту галочку, выбираем здесь Crop. Нам это нужно для того, чтобы выбрать белую область, идеально белую. В данном случае это на кимоно. И нам нужна точка, которая точка белого, которая должна быть, по идее, посередине. Если же мы определяем цвет кожи, например, и делаем баланс белого, именно кожи, структуру кожи, да, человека, то нам нужно, чтобы белая линия у нас проходила по этой линии, которая указана на векторскопе. В данном случае для определения идеального баланса белого нам нужно, чтобы точка вот этого белого стояла чисто в центре. Для этого нам понадобится удобнее всего это сделать цветовыми кругами, цветовыми колесами. Здесь, если точку плохо видно, просто добавить насыщенности. Видишь, как ее становится хорошо видно. И начать ее смещать, используя температуру. Видишь, как она легко, быстро уходится. Температуру и тинт. То же самое мы можем сделать непосредственно в кругах, но не в shadow, а в каких-нибудь, например, в глобальном цвете, в хайлайтах или мидтонсах, смотря в чем мы хотим поправить наш баланс. Вот видишь, как точка легко смещается, и мы ее помещаем таким образом прямо в центр. Теперь я надеюсь, что все получилось, потому что будет стрёмно, если сейчас типа все ты делаешь, здесь в квадратике все хорошо. Убираем галочку с кропа, и вот такой баланс, но сейчас он у нас люто перенасыщенный, потому что, естественно, мы здесь задрали насыщенность, щелкаем два раза вот сюда. И у нас saturation падает. Смотрим на большом экране, какой получился баланс. Но вот видишь, такой баланс вручную настроенный даже лучше, чем мы бы его отстроили при помощи автоматических инструментов. Давай проверим, как бы это выглядело. Уберем здесь Color Wheels и добавим баланс. Вот у нас автоматический баланс, а вот у нас баланс, который мы отстроили руками. Можно на самом деле посмотреть их, сравнить. Здесь вот убрать весь кроп, сместить вот так немного кроп, и ты видишь, да, как отличается баланс кожи. Здесь при автоматическом исправлении Final Cut немного видно, что кожа у нас зеленит, а здесь немного уводим мы в красный, но это, по идее, как бы идеальный баланс. Поэтому какой баланс лучше, в данном случае решать тебе. То же самое можно проделать и с другими кадрами. Например, смотрим, как у нас здесь. Все это делается быстро. Option Command B. Видишь, баланс примерно здесь у нас похож. Включаем ручной баланс, выбираем его здесь. И видим, что он у нас примерно одинаковый, что камера определила примерно ровный баланс белого, такой, который нам был нужен. Дальше попробуем на кадре со спикером, где много кожи. Мне здесь кажется, что кожа его немного краснит. Посмотрим, что думает об этом Final Cut. Включили автоматический баланс белого, но практически ничего не поменялось, потому что здесь белых областей не так много. Это вот эта стена, например. Можно попробовать с кропом проделать такую же штуку. Включаем кроп, смещаем до белого участка, сместили, открываем цветовые круги, добавляем Color Wheels вот здесь, открываем наш помощник видеоскоп. И мы видим, что на самом деле у нас точка белого практически и есть в центре, поэтому нам здесь править ничего особо и не нужно. Единственное, может быть, тинт немного сместить и, может быть, крутануть какой-то вот кружочек, чтобы еще больше в центр добавить. Убираем нашу подсказку, убираем галочку с кропа. И смотрим, что камера фактически определила баланс идеально. И плюс у меня еще светит источник света на него здесь справа. Вот эта часть освещена Godox'ом 200 SL. И видишь, как он правильно выбирает вот этот показатель CRI 96. Он как бы не портит баланс в камере. То есть камера фактически автоматически практически отбила его. Вот. Следующий совет по цветокоррекции – это добавить насыщенность и контраст. Для этого нам тоже понадобится гистограмма, не гистограмма, а вейвформа, я хотел сказать. Чаще всего я использую в этом случае, это можно делать, да, и при помощи вот этих цветовых кругов, но удачнее всего, как мне кажется, делать это кривыми, которые находятся вот здесь, и можно здесь добавлять точки, делать классическую какую-то кривую,
Да, видишь, как увеличивается контрастность. Нужно, как всегда, ориентироваться на гистограмму и смотреть, чтобы у нас тени не проваливались, не уходили за ноль, а цвета не уходили за зону пересвета. А на самом деле, какие-то мы можем допускать зону пересвета. Это, например, у нас всегда в зоне пересвета будут фонари, солнце, какие-то очень яркие участки, где нам не нужна информация. Поэтому мы здесь допускаем пересвет. А вот зона кожи, зона лица, мы обычно в камере отбиваем зебру на там, 96% и всегда ориентируемся, чтобы на коже у нас не появлялась вот эта зебра, потому что если зебра появляется на коже, то все, там информации нет, и уже оттуда пересвет будет убрать тяжело. Поэтому здесь мы ориентируемся на вот эту область, в середине, это как раз-таки наш человек, наш спикер, и добавляем контрастность здесь, чтобы вот эта часть у нас дошла до света вот так, а тень примерно дошла до нулей. Вот, смотрим, что получилось. Добавилась контрастность в тенях. Допустим, если мы не хотим пользоваться кривыми, иногда, да, это сделать проще цветовыми кругами, потому что здесь есть разделение по средним тонам, хайлайтсам и теням. Допустим, тени мы не хотим трогать, потому что у нас, как нам кажется, что тени у нас и так достаточно как бы контрастные, и мы хотим сохранить в них детали, нужно даже немножко приподнять. А мы хотим убрать средние тона. Средние тона – это как раз-таки наша кожа. Средние тона отвечают за свет и цвет на коже. Говорил про средние тона, убирал хайлайтсы. Короче, да, вот мидтонсы немножко приспускаем, а хайлайтс, наоборот, можно приподнять. Перепутал я, да, цветовой круг. Вот, это совет номер два. В общем, здесь ты должен как бы для себя определиться, что тебе нужно увеличить, либо разделить, либо отрегулировать экспозицию, да, при помощи вот этих кругов, либо добавить контраста, отделить как бы твой объект от фона при помощи тени и света, используя вот эти линии кривых как раз-таки. Кривыми, в общем, мы регулируем контраст, а делаем правильную экспозицию при помощи цветовых кругов, где у нас есть разделение на средние, высокие тона и тени. Вот, это был такой объединенный совет, второй и третий. Третий совет будет, или какой-то уже четвертый получается, будет касаться цвета кожи. Тоже уже про это все знают, про как сделать правильный баланс цвета, но я как бы включу его в это видео, потому что раз уж мы говорим о советах цветокоррекции, поэтому не сказать про коррекцию цвета кожи будет плохо. Когда мы сделали базовую коррекцию, вот эту поправили тени, цвета, поправили цветовой баланс, потом мы поправили экспозицию, потом мы поправили контрастность, четвертое мы делаем правильный цвет кожи. Также нам понадобится кроп, включаем кроп и кропаем какой-то участок кожи, здесь, например, на щеке. Выбираем вот так и включаем наш помощник. И как я уже говорил, наш цвет, он должен быть по вот этой линии. Это у нас основной наш помощник. Его специально добавили, чтобы мы все ориентировались, делали правильный цвет кожи, ориентируясь на вот эту линию в векторскопе. Добавляем еще один Color Wheels, который у нас будет отвечать за цвет кожи. На самом деле их как-то можно здесь, по-моему, переименовывать. Честно, не помню как. Ну, просто мы будем знать, что Color Wheels 2 – это у нас справка баланса кожи. И далее здесь мы также исправляем температуру. Немного добавляем его, здесь можно добавить насыщенность, чтобы мы видели. Видно, что у нас она уходит в такой красный, в оранжевый, и здесь довольно сложно. Нужно вот так его немножко зазеленить. На самом деле может сейчас такая хрень произойти вообще, если честно. Я тоже такой учитель в этом плане. Но мне просто хочется, чтобы как бы дать вот эти основы, а дальше ты разберешься уже сам. Потому что я, если честно, как бы слушай меня, да знаешь, доверяй, но проверяй, как говорится. Короче, вот это все поправили. Убираем насыщенность. Насыщенность убрали и смотрим, что получилось. Убираем галочку с кропа. Ну, типа, да, кой, но вся картинка стала желтая. Сейчас, по идее, у нас идеальный правильный баланс кожи, правильный цвет. Ух ты, блядь, сейчас батарейка сядет. Если есть какое-то свое мнение по правильной цветокоррекции кожи, обязательно подскажи, вместе разберем в комментариях. Так, на самом деле, когда мы уже сделали вот такой баланс, сделали базовую цветокоррекцию, потом сделали насыщенность, потом сделали контраст, правильную цветокоррекцию кожи, у нас вся полностью сцена может измениться и сделаться вот такой полужелтый какой-то, да. Теперь нам нужно все эти цвета сбалансировать, и для этого
мне хочется добавить еще один стовый круг. Можно их добавлять до бесконечности. Так, мы добавили третий стовые круги вот эти, и в нем будем править общую сцену. Мы видим, что она такая больше как бы желтая. Какие-то цвета мы можем подобрать в тенях, да, либо вообще их приглушить, либо наоборот приподнять и высветлить только вот этот цвет. Либо в мидтонсах мы видим, что да, желтый преобладает. Также мы можем добавить противоположного красного, смотрим на этот круг и добавляем его. Либо в хайлайтсах, и таким образом мы правим всю нашу сцену, причем не затрагивая как бы цвет кожи, который мы поправили. Как-то так это получается, поэтому пользую вот эти советы по цветокоррекции. Я сам небольшой профессионал в цвете, я это признаю, и только поэтому я использую автоматические инструменты определения баланса белого, автоматические инструменты определения контраста, потому что для моей специфики съемки это быстрее и проще, потому что я снимаю какой-то документальный репортаж или просто репортаж, какие-то события, где нет времени каждый раз отбивать баланс и нет времени каждый кадр красить, потому что каждый кадр может быть разный. Если бы я делал какие-то постановочные снимки, вот у меня есть друзья, которые занимаются постановочными съемками, там, конечно же, баланс и цветокоррекция в каждом кадре очень важна, безусловно. Там нужны знания более глубокие. Но вот используя эти знания, я думаю, что можно добиться каких-то приемлемых результатов. Поэтому надеюсь, что это видео было тебе полезно. До Нового года остается пару дней. Я вроде бы как успеваю это видео сейчас смонтировать и выпустить. Хочу тебя поздравить с наступающим Новым годом. Творческих тебе успехов. В следующем году ставь больше какие-то себе цели, планы на следующий год по съемкам, по какому-то творчеству, по задачам на съемку, по монтажу, если ты монтажер. И хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Главное, не болей. И больше работай, больше занимайся, больше учись. Себя жалеть в этом плане не надо. Чем больше сделаешь сейчас, тем будет легче потом. А на сегодня это все. Крышки у меня от объектива нет, поэтому пока.